новый лук, который мы сделали в 2017 году. Давайте приветствуем Сергея. Вот. Компания Gerion Company производит луки двух типов основных. Производство началось с 2014 года. Луки модели совершенствовались, развивалась технология, усовершенствовалось качество. Вот. И на сегодняшний день это две основные модели, которые наиболее широко популярны. Это вот то, о чем я говорил. Модель Mark, короткий кавалерийский лук, предназначен в принципе как для стрельбы из коня и пешими стрелков. И модель Mark. Это современный длинный лук. Его еще называют American Longbow. В основном предназначен для спортивной стрельбы из традиционного лука. Особенно популярен он так называемой среди арчери и field archery. Там этот лук является стандартом. Но, скажем так, это не единственные луки, которые существуют в мире среди современной традиции. И сегодня мы представляем вам новый класс лука, который начал изготавливать компания Gerion Company. В мире он называется Hunter Bow. Он совмещает в себе самые лучшие черты двух ранее описанных луков. А именно, как вы видели, на луках American Longbow есть удобная рукоять пистолетного типа и так называемое прицельное окно. А луки рекурсивные, имеют компактный размер и выгнутые агрессивные плечи, которые обеспечивают высокую скорость вылета. Представленный лук, как вы сами видите, совмещает все две эти стороны. Он имеет удобную пистолетную рукоять, которая гарантирует удобное четкое удержание лука, и прицельное окно с вырезом для полочки, что гарантирует точную стрельбу. В то же время лук имеет короткие рекурсивные плечи, что обеспечит удобство лука в том плане, что он удобен как охотничий лук, ну, потому он так и называется Hunter Bow, для работы как в зарослях, вот так и в лесу. И это же короткие рекурсивные плечи дают высокую скорость вылета стрел, что очень важно для прицельной стрельбы на разных дистанциях. То есть на дистанциях разных нужно вводить минимальную поправку на дальность, что очень важно для стрельбы в полевых условиях, когда дистанции заранее точно неизвестны. Такие луки очень популярны в мире, как спортивные в разделе инстинктив. Также они очень популярны как охотничьи луки в странах, где разрешена охота с луком. Один из самых знаменитых моделей такого класса, это один из первых представителей в таком классе, это лук Гризли, который сделал Фред Бир, основоположник этого жанра, скажем так. Вот. Этот лук во многом его напоминает. Единственное отличие, он немножко короче. Современные материалы позволяют изготавливать луки с одинаковой характеристикой, но компактнее размером. То есть этот лук, будучи достаточно компактным, длиной всего 52 дюйма, имеет скорость вылета, как у рекурсивных луков, и стабильный выстрел, как луки с длинными прямыми плечами. То есть он считал себя все лучшее, что на сегодняшний день разработала и наша компания, и все лучшие обеспечения в жанре современной традиции. Так что всех, кому интересна стрельба из лука, приглашаем к нам, мы вас научим и мы вам поможем.